у меня единственная амбиция, чтобы зрителю было хорошо. Вот чтобы он пришел и вышел, и у него что-то в нем как-то вот ему было хорошо, и смешно, и немножко грустно, и немножко, чтобы он почувствовал какие-то чувства, хорошие, добрые, настоящие чувства. Для Еліаса Файнгерша моновистава «Соло з оркестрової ями» є автобіографічною. Після від'їзду з Москви він грав в оркестрі славетного нью-йоркського театру «Метрополітен Опера», але мріяв про свій власний театр, в якому слово і музика поєднувалися б у ексцентричний спосіб. Спектакль, пожалуй, о поисках самого себя. То есть, когда человек что-то делает, и он чувствует, что ему надо делать что-то другое. И иногда на это хватает сил, на это сил не хватает. И иногда это, безусловно, всегда очень трудный какой-то вот момент, когда человек оставляет зону комфорта и выходит куда-то в другое, полностью неизведанное, может быть, какое-то пространство. Но в лучшем случае он получит какое-то наслаждение от этого и будет жить счастливее, может быть. Залишивши «Метрополітен Опера», Еліас більше не служив у стаціонарних театрах. Він став мандрівним музикантом-актором. С моей супругой Керен Климовский, она пишет, она драматург. Вот, и у нас с ней есть собственный театр, который называется «Кеф». На иврите, у меня жена израильтянка, и на иврите слово «кеф» означает, вот по-русски это «кайф». И вот мы, собственно, ездим с этой группой по миру, и иногда делаем проекты с другими театрами.